Здравствуйте, и снова Скульптрис Альфа 6. И сегодня я объясню, как скачать и установить Скульптрис Альфа 6 или программу из интернета. Поехали. Открываем Яндекс, Google, кто в чем сидит. Это без разницы, Mozilla. Пишем. Скачать Скульптрис Альфа 6, нам высвечиваются ссылки. На русском языке Альфа 6 бесплатно, она вся бесплатная, так что не читайте это. Это без разницы. Полную версию скачать, она вся полная. Бесплатно на русском языке, все то же самое. Открываем Скульптрис Альфа 6. Высвечивается вот такой сайт с множеством программ и, в частности, Скульптрис Альфа 6. Нажимаем на ссылку скачивания. И вот идет скачивание у нас. Вес программы 19,8 мегабайт. Все скачивается, все быстренько, вы видите, хорошо, скорость хорошая. Нажимаем на Скульптрис. Нам говорят установить, мы говорим да. И поехали дальше. Все, программа пошла. Так как она у меня установлена, я не буду жать на установку, а в принципе, жмем Next, 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 и все устанавливается как положено. Вот программа уже установилась, мы жмем Finish. Не хотел я ее устанавливать, но уже покажу до конца. Вот, ничего не изменилось. Мы запустили программу. Та же сфера, та же заставка, которую я поставил. Все одно и то же. Давайте теперь посмотрим, что нам предлагает Google, Яндекс с других ссылок. Скульптрис на русском языке. Нажимаем. Тоже описание, тот же вес файла, русский язык отсутствует. Вы сами это видите. Скачивать нам это не надо, потому что программа та же самая. Пишут Скульптрис 1.0.2 скачать бесплатно. Это вся программа является полностью бесплатной, так что вы тоже это дюжить не читайте, вам это не надо. Скачивать ее можно с любой ссылки, везде бесплатно. Можно переходить на пятую страницу, на шестую. И все, вот здесь вот находится эта программа, она вся бесплатная. Так, ну в принципе все. Можно еще попробовать скачать портативную версию. Вот нам ее не высвечивает. Надо писать на английском. Она высветится тут будет. Ну, одна-две ссылки, не больше. Будет файл zip. И можно будет скачивать. Устанавливается. Запускается сразу с файла. В принципе, все, что я хотел показать в этом ролике. Удался он, не удался. Судить вам. Все. До свидания.
подписывайтесь на канал. Буду, как могу, объяснять эту программу, краткие сроки этой версии. До свидания.